Человек не может разбираться сразу во всем, именно поэтому так ценен труд профессионалов в своем деле. Бухгалтеры – это не просто сотрудники, это всегда помощники и друзья любого бизнеса. Правила таковы: бизнесмен сам занимается бухгалтерской отчетностью, либо нанимает сотрудников в штат, или же обращается в компанию, которая осуществляет широкий спектр услуг. Как раз последний вариант избрала для себя директор фирмы Kronos Promstyle Зинаида Филимонова. Ее бизнес – это оптовая торговля моющими синтетическими средствами для промывки систем молокопроводов молочных заводов города Бреста и области. Около года брестская компания «Счет» ведет всю бухгалтерскую отчетность, а также налоговый учет не только этой фирмы, а также их контрагентов, что максимально удобно. Как клиенту мне эта система очень удобна, потому что у меня нет загруженности, как объяснить, они разгружают мою голову. Мне нужно накладные напечатать, мы приходим, я отправляю человека, они печатают накладные. Налоги, опять же, не нужно бегать по налоговой, все вопросы фирма решит. Затем вот этот бухгалтерский учет, меня это не беспокоит, потому что, говорю, когда мы сталкивались с другими бухгалтерами конкретно, тут уже больше человеческий фактор. Так как фирма оказывает услуги, она дает и качество услуг, это их, в принципе, марка. Сегодня идейных людей в стране достаточно много. В этой связи частный бизнес набирает серьезные обороты, и без хорошего бухгалтера тут не обойтись. Открыть бизнес просто, а вот удержать его, развиваться и быть успешным отнюдь. Как правило, предприниматели начинают обращаться за консультацией к бухгалтерам еще на стадии задумки идеи. Открыть несложно, сложно рискнуть. Пойти на это. Есть такой контингент людей, которые к нам приходят перед началом бизнеса проконсультироваться, то есть понять, смогут ли они этим заниматься, нужно ли им это, может им немножко переориентироваться, перепрофилироваться. Есть и такие люди, и, ну, я думаю, это все несложно. Уже с нового года будут внесены новые изменения в налоговое законодательство Республики Беларусь, после чего жители областного центра еще активнее начнут интересоваться новыми правилами. Изменения налоговой нагрузки, заработной платы, а также других отчислений. Брещан интересуют множество нюансов. Физические лица, они подразделяются либо на индивидуальных предпринимателей, ремесленников, ну и самозанятых, либо просто физические лица, как физическое лицо. То есть это может быть работник любой другой организации, то есть работающий уже даже. Их чаще всего интересует вычеты по подоходному налогу, какие они имеют право и есть ли они у них, то есть сверяются практически своей зарплатой. Вот правильно ли перечисляются налоги, за них платятся. Многие люди, особенно которые в возрасте, они переживают, правильно ли перечислили за них взносы, пенсионный фонд. То есть им это очень интересно, правильно, потому что, ну, уже возраст. Значение работы бухгалтера для человека сложно переоценить, ведь анализ, планирование, контроль и регулирование – это процессы управления, которые будет невозможно контролировать без отлаженного бухгалтерского учета.